погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мастер Линкольн, как 10 секунд? Я за 5, Линкольн. За 10, Линкольн. Шарлинка, ну... Я запущу таймер на 10. Чё молчим? Пиздите чё-то, ну. Чувак, когда я сейчас сказал, анимешник ёбаный. Я впервые вижу анимешника долбоёба, представляешь? Все анимешники. Я рассказал, ты зашёл и тут про себя инфу рассказываешь. А что плохого в аниме? Я люблю этого, да? Аниме охуенная тема, погоди. Да, я смотрел парочку, было, когда у меня это, знаете... кризис среднего возраста, там все дела, там... Это в смысле, блядь, ты чё? Его наоборот надо смотреть, когда уже вырос. Ну... Ладно, хорошо. Блядь, микрофон работает, Маликет. Рафик. Новый, да? Друг Шерп... Это... А как его? Вспомнил Шаря. Хотел сказать Ух, хуя. А как же я? Братан, я думал, я твой друг. Ты тоже мой друг. Все понятно. Какой там малыш, а как же я? Я же лучше Собакина. Тот тоже об этом подумал. Я из-за тебя из облика вышел и ДПС потерял. Вот. Это тебя карма наказала. Все из-за тебя. Блять, я говорил, воля будет. Ёбаная воля. Все же я не знаю, я, наверное, сейчас Димону место уступлю, если с мышкой не разберусь, потому что мне вообще что-то не нравится. Ну давай, как я раз он холик будет. Обычная пароль. Паролу идет, не за ГП, а роли. Без ГП паролу, обычная.
Фелшев. 200 ГП. РПЛам волю не отдают. По приоритету 200 ГП. Только если никому в рейде не надо. Так, выше всех Бокрус. Так. Бокрус. Так, это что? Яйка выше всех. Там яйка еще кинул. Юка. Маша. Юка, да. Ниже Бокруса вроде. Да, Бокрус выше. Бокрус чуть пятый по ПР. А, тьфу, у меня не по ПР было, сори. Более. Интересно, а если я ее пароль, я заберу ее? Не отдаст тебе. Смотрим дальше. Стоп, секунду, не отдавай пока войт. Миша Про. У него есть воля. Так, Пана есть воля. У Миши Про, по-моему, нету воли. Есть воля, обычный. Бокруса есть, у Котласа. Котласа, не знаю, кто такой. Отдавай мне. В смысле? А почему, если у него есть обычный, ему не отдавать геройскую? Ты что, несешь? Не, по ПРу я выношу вообще-то. Не, я не по той причине. Я спрашиваю просто у которых людей, у которых будет толк, нахуй, отдать им хоть какую-то, блядь, волю. На по ПРу я выше. Извини меня, чувак. По ПРу Миша Про выше. Алло, царь, по ПРу выше я, блядь. Я выбирал уступать, и либо нет. Ну. В смысле, Миша Про второе место по ПРу, здравствуй. А если Миша Про, тогда ему давайте, я что-то проебался. Да, вроде Миша Про, не про. У него 24. А давай ему. Сорян, приношу извинения. Хорошо, что напомнил. Не спорь со мной больше никогда. Пошел в жопу, да. Миша Про, линкани, пожалуйста, обычную волю. У тебя обычная есть? Давай. Мне вот что-то волю себе тоже забирай, хуля. Закрой ты свой рот. Бля, ты можете просто замутить ее, пиздец, сколько можно? Хватит, тихо. Короче, я курить, вы делаете что хотите. У, не кури, братан, ты чё, блин? Ты же не куришь. Я переживаю за твое здоровье. Ой, ты можешь обосновать, почему ты так поступил вообще? Или просто будешь просто сидеть и молчать? Сейчас я включу активацию голоса. Да. Конечно. Да, Войд, спать или ливать, чини. Слышь, а шо, если... Ой, простите. На замене тебе подадить? Нет, нет, да? Чем раньше уйдешь, тем раньше придешь. Тогда лучше сначала микрофон и выключи, скажи, а потом размуть. Ну, сначала замути микрофон, скажи свое мнение, а потом размуть, и она скажет свое. Иначе сейчас я знаю, что получится. Нет. Да. Был. Хуёвенько, но да. Было. Да. Ну. Ну. И.
Мне уже похуй на это кольцо, оставь себе, реально, закроем эту тему. Ой. Ой, скажи мне, пожалуйста, какой у тебя мейнспек? Это все. У меня вопрос. Нет, просто смотри, мы когда с тобой это обсуждали, сидели, насколько я понял, мы с тобой пришли к выводу, что танковский шмот и хиловский шмот, если на него у хила или у танка будет конкуренция, то он будет отдаваться за 50% от основного. Все, ладно. Ну, это слишком... Ну, ладно, это уже ладно. Единственное исключение — это PvP-пухи. Ты просто не понимаешь профит. Поставьте группу, вот, пожалуйста. Я по-другому объясню, по-другому. Так сказал ПВП, пухи. Предложил рулить по приоритету звания в ГИ. То есть, сколько человек находится в ГИ, сколько он приносит вклада, как он входит на РТ. Вообще, ПВП шмотки отдавать за ГП, это уже как-то не особо. Это начнем с того. Нет, ну, начнем с того. У кого больше ЕП, тот и ходит в рейды. Это ПВЕ инс, а не ПВП пушки. Пусть походят столько же целка 25 хм, как и я, и потом заберут. У них даже 15 ИП нет. Окей, начнем с того. Ну, насколько ты пропал после того, как ты забрал, блядь, ёбаный вечер? Ну, я понимаю, да, типа, всякое бывает, но ты говоришь, что скайкое столько же, как и я. А предупредил? Я что-то не помню. Ловушка. Ты
Ладно, обсудим после. Ну, открой просто сурка, посмотри, сколько я в обоссанном шмоте дал сурка. Но теперь, что я забрал пуху по ВП за 700 кп, это 60% под шмот ГТ5, ГТ5 я уже не скоро. Мне не нравится только одно. Лу, суть в том, что Т5 ты можешь забрать, если ты ходишь в рейды. У нас Т5 раздаются по консу луту, блядь. Видишь, у нас Шреддер мог забрать Т5 на ППР. Я пропустил немножко времени, не знаю, где ты был, уже ППР. Ну, хуй его забрать, по ППР в нём, блядь. И когда? А, да, по консулту, не по приоритету, который в этом ЕПЖП. Поэтому же смыслу, блядь, Шреддер мог забрать Т5 нахуй. Руки, блядь, тогда еще. Ребят, там мы этого сагрили. Вернитесь, пожалуйста, подойдите. И по той причине, что у Медвея уже была одна. У нас еще это правило действует, если... Ладно, хуй, такого хуя! Я забрал Милку. Есть у кого-нибудь рекаунт с этого, с Серфангом? Да. Есть. Это вообще не Серфанг. Это Серфанг. А, вот у тебя, да, вот. Со скады это хуёвая, блядь, хуйня, потому что после боя он падает слишком. Вообще, даже не падает, он неправильно показывает. Гнилой. Тухлого и так убил. Кто ленточку спиздил? Виби. О, собачка. Тьфу, ласку, собачка. Рыба поставьте. Фласки пропили по второму кругу. Кто еще не пропил? Алиса на боссе, я на слизи. Что, рыба есть, нет? Ну? Чулан арис... А, чулан вылетел. А, релокается. Джованни, заходи. Я вам до первого большого слизня на стакаю расколы. Дальше вары держите себе. РДДшники пошли по местам, расставились. Разобрали свои места РДДшники. Хилы под боссом. Виби, The Doom, Чулан, Эл-Рей, чего не хватает? Лут поменяй. Опять я ленточку пропустил. Был тут я. Чулан. Эл-Рей, Чулан. Я далеко, я далеко. Далеко. Можно на замену, либо без него бить, я не знаю. Ну тогда без него бью. Царь. Все, есть.
Малекет достался Макрос Навара, да? Мелких свидетелей. А мне губительный. Все, мелкий сидит. А чего вы Геру не давали? Гера для слабаков. Да ну-ка хопу зададим. Она тут нахуй не нужна. Ох, 4, блядь, стакана. Готовьтесь. Я блюю. Убежали. Далшева. Далшева. После лужи встанешь со мной. Джованни, Джованни. Мелких, по возможности, сведите. Прожимок нету танка. Готовьтесь. Алиса, прожи. Не сводите мелких, добивайте. Ебать, первый раз тоже не упал. Класс, походу, не взял. Или взял. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе.
Смотри, Шафнирский, если ты умеешь менять пушки, отслеживать проки, тогда бери спокойно на нормальную. Я всегда брал шамана. Почему только дроу? Аршамом можно тоже брать, можно остальным брать, если не умеют следить. Но топовые у нас считается только на... Ничего подобного, на холи приста тоже. Ну и на холи приста, да, кстати. Забыл что-то про него. Она на всех, кто доты накидывает, и массовое исцеление большой по области дает, она на всех топ. То, также на шамана нормально идет. Да, они зашли. Да. В приоритете она, конечно, идет арт-рушник. Что, дискон? Да, походу дискон. А, да. Скрин нахуй шмота. Ну, типа, 260-я пушка, 277-я, думаю, типа, менять, не менять, вообще нужна она, нет. Ты кто? Ну, типа, на этом, на рестаршамане. Она нужна, я тебе говорю, 260-я тебе будет лучше, чем эта 277-я, потому что она дает рукой, 600 это тогда и ну, короче, статы... Короче, статы лучше, ладно, вот закрыли тему. Но, вот суть дом. Какая? Суть в том, что если ты умеешь ей хилить, сначала хилаешь, ждешь, когда прокнет, потом меняешь обратно на другую пушку. Вот. Вот думаю, сразу тему на форуме создавать... Или подождать, пока она, может, не пропадет пушка. Типа лут пропадет, кровь тоже. Я вот успел заскринить. Ну, пропадет и пропадет. Еще впереди в вашей жизни десятки тысяч рейдов. Мастер, прыгни на канал пониже какой-нибудь там. Чтоб тут не флудить. Ты тут? Ладно, отошел. Я задам еще один вопрос. Я в курсе того, что сейчас тут 24 тела будут орать «Дайте мут, пожалуйста», но я все-таки его задам. Тебе точно очень сильно нужно это кольцо? Алис, ну идите в канал пониже. Зачем вы это все выносите на публику? Нам это не интересно. Мы не хотим это слушать и участвовать, тем более в этом. В личку пиши ему. Он в личку не читает. Ну так попроси его перейти в канал пониже. Обсудите все вопросы и верните. Если он не против, конечно. Еще раз, что тебе надо? Кольцо это надо? Ну, оно тебе очень сильно нужно. Ну, я не знаю, оно мне нужно настолько, чтобы улучшить... свое хп на танке, а тебе зачем мне надо? Ой, я даже не знаю, как правильно это объяснить. Ну так объясняй правильно. Так, мне нужно мысль сформулировать. Сколько хп типа... у тебя на танке при фулл бафе? 80 тысяч или сколько? Да, 80к. Ровно 80? Я не знаю, сейчас нужно посмотреть. Ладно, будет. Типа, там может быть. Ну вот, там давай, может типа под этим вот рунической. Давай теперь подумаем. Мы находимся в одной гильдии. Я здесь играю дольше. У меня на танке 71 тысяча хп. Как ты думаешь, кому будет лучше дать кольцо? Тебе или мне? Знаешь, в танке главное не хп просто. Да ладно, а что там главное? Ну, типа, хп само собой, да, но это не та стата, к которой ты должен стремиться. Хп собирается параллельно ко всем статам. Да? Неужели? И... Ты стараешься это мне рассказать тому, кто танчил за все 4 танка на лече? Ладно, не важно. Ну, типа, я не знаю, типа... Ну, я считаю, что... Стремиться к тому, чтобы ситуации... у тебя был лям хп... А у других нет, почему, типа, не такой. Почему ты думаешь, что лям? Ну как это у других нет? Давай еще раз рассмотрим ситуацию. Может быть, ты что-то не понимаешь. У тебя 80 тысяч хп, у меня 71 тысяча хп. Кому лучше будет отдать кольцо, чтобы танки улучшались? Чтобы не один танк был улучшался там на 20 стамины, а второй, который поменьше, тоже улучшался и танчил какой-то ОКЗС, там каких-то боссов, трэш какой-то. Танчил Халеона во тьме, что ты ни разу мне не показал еще, что ты умеешь, что ты на это скажешь.
Ну, я скажу то, что, типа, ну, плюс-минус 10 КХП камон, это не особо решается. Только если, конечно, у тебя не 40 КХП, и ты пришел тачить ЦЛК Гер, то тогда да. Речь идет про УКЗ, ЦЛК Гер, да. Дело в том, что ты ходишь в рейды, и если ты хочешь от рейдов шмотку и каждый там 20 вносливости себе повышать, и думаешь, что все тебе должны и обязаны, это не так. Давай ты пройдет какое-то полгода, там ты научишься релить получше, не так молчать, как ты молчала на третьем виклике. Если ты хочешь это делать и хочешь, чтобы люди тебя слушали, начинай делать это правильно. Послушай Медвея Мастера, послушай людей, которые релят царя, меня. Я когда начинал релить, у меня ничего не получалось, и меня все гнобили и говорили, что я хуёво релю, часто молчу, нихуя не говорю, но прошло какое-то полгода, год, я стал лучше релить. Через два года я еще лучше стал релить, релил Геры РС, Геры ЦВК, Лича зарелил. Просто понимаешь, ты, типа, когда ты релишь виклик, то ты знаешь то, что все знают, что делать, и ты просто не знаешь, что сказать еще. Я не знаю, ты все равно должна говорить основные вещи. Ты, если хочешь, чтобы тебя начали слушать, ты должна, во-первых, узнать, что надо говорить. Что в рейдах говорят вообще. Ты полностью командуешь. Если ты хочешь получать какие-то привилегии РЛа, в гильдии быть на хорошем счету, то ты должна ради этого не просто ходить и нажимать 1-2, 1-2. Это все легко делается. Рядовые рейдеры так и делают. Они не берут на себя ответственность. Люди, которые в этой гильдии берут на себя ответственность, это люди, которые организаторскими моментами занимаются. Сбор рейда – это ответственность. Пособирай рейды. Десятки – это еще ничто. А вот когда ты начнешь для гильдии что-то делать реально, не то, как виклик был с шерпиступом, а когда в будущее, на следующей неделе, рейды новые поставлю я, и ну, у всех есть возможность, у тебя, у любого человека в гильдии, у шерпиступа, у царя. Царь сегодня вот в рейд пошел, он должен был релить, но он посчитал, что он не сможет зарелить рейд, если лидер на мне. Он подумал, что, видать, какие-то силы его покинут. Ты подумала, что нужно ливать с гильдии, с рейда, из-за того, что кольцо забрал я, и у тебя вместо 85 и 200 тысяч хп, у тебя 85 тысяч ровно. Вот ты подумай об этой ситуации. В эти рейды мы еще пойдем не раз, потому что у нас не убит лич, проф, синдра. В ЗС мы пойдем еще не раз. Понимаешь, это был мой единственный шанс забрать это кольцо, потому что в следующий раз его точно заберет Микстурка, а это кольцо довольно редко падает. Микстурка, по-моему, забирал такое кольцо. Ну, даже если он заберет его, то ничего страшного. Ты забирала зов. У меня 5 человек забрали, 3 чешки и 2 зова. Войд, я не знала даже, что тебе нужен этот зов. Типа, ты мог бы попросить... Я тогда вообще хотела одного забрать, но, типа, Микстурка сказал, типа, ты весь рейд была в ДД, так что оно идет на мейн. И я такая, ну ладно. Типа... Ты бы мог мне сказать, я бы его спокойно тебе отдала. Ну, я не знаю, я бы тебе отдал кольцо, но у меня есть второе кольцо, которое с Вальки, и у меня сейчас будет второе кольцо, вот это. У меня первое есть, которое, как оно называется, ну, тоже с леди, только оно 264-е. Вот, я вклинюсь в разговор, там сервер стал. Да, мы заходим. У меня будет второе кольцо такое. Ну, типа, смотри, я на днях задоню кольцо с Вайши, и просто если бы я бы забрала сейчас это кольцо, у меня было бы 2D77 кольца. Это было бы... Мы с тобой разные люди, ты можешь себе позволить донить в этой игре, а я считаю, что лучше всего все это заслуживать. И реально, если ты... Допустим, не убиваешь РС-25 гер и донешь как твиночка чешку, там, нахила на ДД с РС-25 гер, который ты еще даже не была на этом сервере. Не убивала, не потела, не траяла с людьми, которые там первый раз, не учила их, не крутила Халиона во тьме. Мне кажется, это меньше достойно уважения, чем то, когда я, например, сделал ШМ, когда выбил какую-то волю чешку, там, какие-то шмотки на Фурика. Наконец-то он стал давать больше десятки.
Думай, как хочешь, но мы с тобой разные люди. И если ты хочешь себе что-то донить, то донь, никто это не осуждает. Но на данный момент я подумал, что кольцо заберу, и ты его заберешь еще. И если ты прям так расстраиваешься, то это твое дело. Но я не вижу смысл вливать с гильдии или с рейда из-за этого кольца, если ты себе можешь задонить любую шмотку. Если ты такая нетерпеливая и хочешь получить все и сразу, то тебе, наверное, надо играть в другой гильдии или нужно донить больше. Ну или я не знаю, что тебе нужно. Нужно найти таких людей, которые будут тебе все просто отдавать. Вот и думай, ты... Ну, я, конечно, не хотел бы тебе кидать ГП, когда ты вступила, но люди уже получали ГП, Зидум, там еще кто-то. Итак, ну, такое правило. Это ГП очень быстро спадет, там минимальное ГП сейчас 1000, и срезается очень много ГП за неделю. И ты потом опять будешь сидеть с 40 тысячами ЕП за рейды, в которые ты ходишь, и с 1000 ГП, потому что ты ничего не забираешь ни на паладина, ни на рогу, потому что ты ходишь на игреки и там все по ролу. Когда мы будем убивать лича 25 кер, шмотки с целка 25 оп, все будут тоже по ролу без ГП, и ЕП за инс все равно будет. Войт, может давай потом разберешься, может сначала рейд? А все, мы... надо переноситься туда.